Дорогие друзья, всем привет! Ее час настал. Я нахожусь на основном аккаунте, и у меня гонча доступна на максимальный уровень. Я ее выбил на самом деле уже так давно, да, уже неделя прошла или две, ну, относительно, да, давно. Ну, просто сразу я не стал прокачивать, потому что, ну, хотел, может, потренироваться с ней и сделать какие-то разные колоды. Но как-то вот не было на это времени постоянно, и, короче, решил взять обычную стандартную колоду в TV-Рояль, прокачать ее и сейчас попробовать сыграть с ней в глобале. Ну, максимального уровня прокачки теперь, я думаю, что, ну, с гончей, вот мне Ночная Фурия говорил, что теперь 6400 можно спокойно, хотя и так можно было поднимать. Я, конечно, сомневаюсь в этом, какие там 6400, тут на 5500 не могу подняться, вот, но... Фурия говорит, что он может меня научить с ней играть. Если бы вы хотели совместное видео с Ночной Фурией, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Наберем 10 тысяч лайков, я приглашаю Фурию, и он нам рассказывает, как правильно играть с гончей, потому что, ребята, он с гончей играет лучше, ну, лучше всех тех игроков, которых я знаю, например. Все, прокачиваю, 100 тысяч золота. И гонча улетает на 13 уровень. Господи, 13 уровень это... Блин, сейчас теперь все уровни 13-го. Просто раньше лиги были 5-го, и я как-то был, ну, к этому... Точнее, более к этому привык. Ладно, блин, я хочу сделать красивый скриншот. Вот, все, для превьюшечки. Так, ну все, гонча максимального. Бля, я такое ощущение, что не на своем аккаунте. Поехали в бой. Ну просто не верится, что у меня каждый раз легендарка прокачивается на максимальный уровень. Осталось не так много легендарок, которые у меня не фулл. Вот, когда я соберу всю коллекцию фулл легендарок, естественно, моя цель будет это поднять нормальные кубки 600 как минимум. Вот, но после этого я уже буду просто, не буду относиться очень серьезно к игре, хотя я и так не сильно серьезно отношусь к ней. Если бы я относился серьезно, то я бы, наверное, там зависал бы на разных, может быть, если есть форумы, не знаю, смотрел бы разные колоды топов, следил бы за всеми их атаками, там, гуглил тоже что-то, возможно бы, вот. Но я этим не занимаюсь, потому что, камон, блин. Это игра, и я ей такого серьезного значения не придаю. Так, ну, блин, у нас нету сейчас на данный момент шарика, это плохо, да? Но у нас есть миньончики, я думаю, что можно их подкинуть. Так, также мы закидываем шарик. Он сливает фаербол. Так, мы фаербол сливать пока что не будем. Так, шарик долетает, и можно даже еще кинуть наш фаер. Ой, я говорил, не буду сливать фаер, и все-таки слил. Но, мне кажется, это гигант. Вот, поэтому сейчас будет очень трудно задефаться. Хотя есть надгробие, есть стражи, есть мегаминьон, но эликсира не сильно много. Неплохо, слушайте, неплохо. Круто. Славой, на самом деле, играть прикольно. Так, 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 так. Ну, запускаем, наверное, мегамуху с краю карты. Тамбу поставим в самый последний момент. Да. Вот так вот ставим тамбу. Ставим тамбу. Так, блин, мой мегаминьон сдох. Печаль, да? Так, здесь давайте кидаем. Так, и вот так кидаем. Быстрее, 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 фаер. Так, все, вроде как задефался. Фух, а было сложно, потому что и мегамуха, и все-все-все. Короче, да. Вот, но сейчас надо как-то вот все сделать правильно. Ну, поехали. На этой же стороне выбрасываем лаву. Ставим надгробие так вот далеко-далеко. Вот. Здесь давайте мегаминьон. Стражи. Чтобы мегаминьон сразу не сдох. Так, блин, давайте тоже разряд сливать. Так, отлично, лава моя летит там вообще и в одно место не дует. Здесь ставим снова надгробие. Короче, он уже заспамил меня. Так, здесь фаербол. Здесь мегаминьон. Так, хорошо. Тут стражики. Тихо, тихо, самое главное, мегамуха, живи, живет мегаминьон. Капец, а что-то он так жестко меня прессингует, но на лаву он забил. На лаву он забил. Так, ставим здесь надгробие. И кидаем фаербол. Просто кидаем фаер. Бам! И все. Стоп, 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 стоп. О, добил. Отличная игра, спасибо, спасибо, меня похвалили. Я слабо и на самом деле плохо играю, но мне понравилось. Я выиграл гиганта 3 заклинания. На самом деле гигант 3 спыла, такая сильная колода.
на самом деле. Ладно, поехали, следующий поединок. 13 уровень снова мне подбирается. То есть уже так фулловые челики пошли. 5300, вроде конец сезона. Ну ладно, так, ставим надгробие вот так. Против разных колод, конечно, по-разному играет Славой, но... Ох, давайте разряд сольем. Не знаю. Чё-то переживаю уже. Так, ставим гончу. Это спеллбейт. Спеллбейт. Чё там у него? Ракета, да? Так, тут стражи. Так, стражи быстренько гоблинов уничтожили. Ах ты, сучка, блин. Так. Тесла, торнадо, что там? Забрасываем мегаминьона и забрасываем шар. Так, шарик летит. Скорее всего, ракета должна быть. По-другому он не задефается. Да, ракета, но она еще убивает мегамуху. Я, к сожалению, на шарике не долетаю. Но урон какой-то проходит. Урон прошел от лавы, конечно. Я так понимаю, что у соперника, скорее всего, торнадо. Вот, поэтому будет немножечко проще. Была бы инферно, было бы Unreal вообще. Вот, Spellbait с Inferno контрит лаву на 100%. Ну, может, не на 100%, но преимущество однозначно за Spellbait было бы. Так, ну тут Fireball, безусловно, на принцессу. Так, ну тут используем разряд. Тоже ничего больше подкидывать не будем. Все, в принципе, можно сейчас смело заходить. Так, он по-любому сейчас банду гоблинов с этим выкинет, с рыцарем. Так, я вот не знаю, как сейчас, как правильно. Так, стражи и мегаминьон. Мегаминьон, самое главное, это гоблина убить. Вот, копейщики не так страшны. Все, отлично. Там еще этот, разбойники. Блин, я думал, что все, по дефу больше ничего нет. Так, здесь ставим тамбу. Фаерболом сейчас как-то... Самое главное, оторвать пальчик вовремя. Пальчик. Какой я нежный. Так. Просто, когда на iPad играешь, всегда, блин, соскальзывает палец и не попадаешь по той цели, которой целишься. Так, ладно. Тяжело, ребята. Я думаю, вы чувствуете, что я сейчас запинаюсь, не могу прокомментировать, потому что, черт возьми, тяжело. Так. Хорошо. Мегамуха, давай. Так. Надгробие. Черт возьми, что делать? Ракета. Ой, ракета, ё-моё, шарик. Так, осталось 900 хп. Блин, стражи, мегаминьон. Фух, все, осталась одна ракета ему. Печаль. Ну, давайте попробуем сейчас просто выкинуть шарик. Может, успею, мало ли. Ну, он быстрее, конечно, снесет меня. Ну, против спеллбайта тяжело. Не знаю, я не знаю, как играть против спеллбайта. Возможно, надо было атаковать по той же стороне, где и спеллбайт меня атаковал. Я не силен в этой теме. Вот, но все равно я вроде играл неплохо. Хотя, наверное, нет. Не знаю. Кстати, есть вариант лава-шар с валькирией, но я не знаю, какая больше для глобала подходит. Поэтому, ну, хз, взял такую со стражами. Ладно, ничего, я не расстраиваюсь. Я еще, думаю, научусь. Вот, тем более там не так все плохо было. Только не палач торнадо, ё-моё. Ой, бля, походу палач. Сейчас посмотрим. Так, ну давай. Миньонов давайте сольем. Ладно, здесь выбрасываем гончу. Фаербол летит. Мегаминьон и снова хок. На надгробии эликсира у меня нету. Ну, больше дефаться мне нечем, поэтому подкидывать больше ничего не буду. Рыцарь, ты сдохнешь? Что, минус вышка? Прекрасно, шикарно. За второй заход мне снесли вышку. Обожаю. Так, смотрим, что там, палач, не палач. Пушечка, окей. Давайте такой вот фаербольчик зарядим, чтобы мушкетер немножко отстал от нас. Ну, должен забрать вышку, должен. Хотя, да должен. Тут можно даже разряд слить, чтобы уж, блядь, не попал по мушкетеру. Ну, так, ладно. Гоблинов нету, там рыцарь сейчас будет, да, скорее всего. Так,
стражи. Стражи. Отлично. Все, задефались. Задефались, но, по-моему, я потратил больше. Да, я 6 эликсира потратил. Пока проигрываю. Пока жестко проигрываю. Так, рыцарь. Но сейчас снова будет, наверное, хог. Будет крутиться он до хога. Вот, уже крутит цикл. Так, поехали. Мегаминьона сливать. 200 хп, в принципе, добью фаерболом, да? Давайте сейчас вот, если мушкетера поставит. Но я думаю, что вряд ли он такой идиот, что будет мушкета ставить прям у вышки. Так, здесь давайте миньончики. И вот здесь тамба. Тамба. Разряд. И ноль тычек. Так, ладно. Здесь закидываем шарик. Здесь надгробие. Ой, стражики. Так, здесь мегамуха. Пожалуйста, правильно все сделать. Фаер, отлично, вообще, шикарный фаер. Тычку. Блин, а почему вот мушкетер не переагрился на мегаминьона? Такой прекрасный фаербол был и не переагрился... Ах, ладно. Так, тут разряд тамба. Неплохой урон, нифига себе. Но сейчас самое главное, это... Короче, вот это все, что он будет сейчас на меня атаковать... Все дефать. Надгробие ставить не буду, задефаемся и так. Ставим просто лаву. Так, все, отлично. Надгробие я не сливал, 800 хп осталось. Блин, лаву можно было в середину воткнуть. Ё-моё, я немножко туплю. Тупорез я. Так, ну, зря он мушкета слил, мне кажется. 1600 хп остается. Сдавайте отсюда тамбу. Там еще миньончики мне саппортить будут. Он сливает фаербол. Я тут еще кидаю стражи. Он кидает разряд и он проигрывает. Фух, блин, я думал, я проиграю, потому что, ну, с лавой вообще я нулина. Мне понравилось, слушайте, я буду учиться с ней играть. Я надеюсь, что фурия меня научит против разных колод, потому что есть такие сомнения у меня. Вот, ну, теперь с этой декой реально, вот 6-то реально. Вот это реальная цель. Ну, с големом мне больше нравится, потому что, ну, с големом у меня тоже фул колода, но с големом я больше люблю играть, потому что более привычнее. Но лава-шар, это классика, это, ё-моё... Сколько было обновлений, еще ни разу лава не подводила. В общем, подписывайтесь на канал, следите за новостями и нажимайте на колокольчик. 10... Сколько я попросил? 7 или 10 тысяч лайков? Я зову Фурию, и он нас учит играть с лавой профессионально. До новых встреч, друзья. Скоро увидимся. Пока.